Доброе время суток, друзья! Вы на канале Hard Reset Info, перед нами Motorola Moto G60S. И в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном девайсе включить или выключить автоповорот экрана. Для этого по правой части нашего экрана свайпаем вниз, свайпаем еще разочек и ищем здесь пункт автоповорот. Если он горит синим, значит он включен, если серым, значит выключен. Можете полистать в сторону, здесь точно он где-то есть. Больше видео об этом устройстве ищите у нас на канале. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк и всего хорошего! До свидания!